Вера называется отдачей. То есть верю, это называется я отдаю. Когда я беру пример или стараюсь стать примером высшей силы, и тогда я делаю так же, вот как он, она. Это называется «я верю», то есть нахожусь в вере. Сила, вера – это сила отдачи. Ведь нет, кроме двух сил, получения и отдачи, нет другого ничего в действительности. Это одно. Второе – мы говорим, чтобы нас не сбивали с толку эти названия. Что такое святой благословенный Творец, да, Зерампин, когда мы говорим такое название, когда мы так называем Творца. Святой – это отдача, это как вера, то есть это те же слова, да, синонимы. Понятно, что есть отличия, нюансы, есть гарбины, задбины, Ишсут, но святой, бина, отдача, что там еще? Вера. Это все эти слова, это с уровня бины. И когда мы говорим «святой благословенный», то есть система, часть, сила, которая находится в свойстве отдачи, и мы ее благословляем. То есть мы ценим ее, когда хотим быть в таком состоянии. Поэтому это называется святой, то есть отдающий, и он благословенный, благословенный он. Это не какое-то определенное имя, но мы так называем свойство бины, свойство отдачи, от которой мы получаем питание, все исправление, наполнение и тому подобное.